план у нас. Получается, первая неделя была втягивающая, сейчас уже добавляем. На следующей неделе переходим на лед, лед, земля. Это так. Ну что, готовились к сезону, на режиме были все. С весом нормально. Видно, что бабушки не перекармливали пирожками? Ну, скорее всего, нет. Все дети у нас детский холл, югры. 98-й 5 человек, 99-й там, вообще человек тысяча. Все воспитанники в США, да, школа работает. Ну, отдых хороший был, но где-то уже когда оставалось 2-3 недели до начала сборов, начал тренироваться, но не сильно, так поддерживать начал форму, чтобы на сборах не помирать. А эмоционально хорошо, соскучился по ребятам, хотелось побыстрее встретиться. Ну как проходит вот этот втягивающий режим, тяжело или наоборот легко? Что ну, скажешь первой неделе? Первая неделя была такая втягивающая, так немного побегали, там не больше ОФП, а сейчас уже начинаем полностью уходить в работу. Ну в команде атмосфера дружелюбная, все друг друга поддерживают. Тренировочный процесс не такой еще легкий, как хотелось бы. И как тебе хотелось бы? Чего побольше, чего поменьше? Ну, побольше тренажерного зала, поменьше бегов, но без них тоже никуда. Аэробная работа всегда нужна. Твоих ребят с команды сколько занимается с 2000 года? 6 человек. Это Никита Акулинин, Данил Башкиров, Юра Журавлев, Кирилл Марченко и Ваня Морозов. Это помогает сплачиваться и вообще заниматься? Ну, первые дни, когда еще никого не знали, мы как бы вместе ходили, потом уже притерлись друг к другу, и все нормально стало. Потому что, по идее, да, у нас в основном момент игры стоят из воспитанников душ, то есть, получается, ребята разных годов, и все друг друга до этого знали? Ну, примерно знали, да. С кем-то общались, с кем-то нет, с кем-то сейчас познакомились. Твои ожидания от сезона? С мамонтами. Хочу с командой попасть в плей-офф, выиграть кубок, добиться всего самого хорошего.